Сегодня в России отмечается День работника культуры. В честь праздника губернатор края Александр Ус поздравил основателя, художественного руководителя и главного дирижера Красноярского камерного оркестра Михаила Иосифовича Бенюмова. Сейчас коллектив занимается подготовкой к юбилею, скоро ему исполнится 30 лет. Глава региона также поинтересовался, как музыканты обустроились в новом выделенном помещении и как идут репетиции и выступления на фестивале камерной музыки «Азия, Сибирь, Европа». Я считаю, что та государственная премия, которая была присущена на мне, она относится как раз-таки к фестивалю «Азия, Сибирь, Европа», который аккумулирует в себе и силы красноярских артистов, прежде всего Красноярского камерного оркестра, неизменного участника и организатора фестиваля.